Здравствуйте. У вас профессиональное выгорание. При одной мысли о работе вы теряете волю к жизни. Вы, может быть, даже думаете о суициде. Это очень плохо. Жизнь должна приносить удовольствие, и работа должна приносить удовольствие. А можно ли от этого избавиться? И избавиться быстро, легко и навсегда? Можно. Я предлагаю метод аппаратной психотерапии. Все, что вам нужно, это сесть и надеть наушники. Все. Больше от вас не требуется ничего. Вы сидите и самому себе рассказывайте о том, как вас достала ваша работа. При этом вы будете испытывать дискомфорт физический и душевный. Аппаратная психотерапия будет убирать этот дискомфорт. Уже через несколько сеансов вы заметите, что работа вас уже не так и достала, она стала вам безразлична. А еще через несколько сеансов вы почувствуете, что работа доставляет вам удовольствие, делает вас счастливыми. Проводите сеансы аппаратной психотерапии. Избавляйтесь от профессионального выгорания. Будьте здоровы, будьте счастливы. Ссылки в описании.